Монопод или селфи-палка, самая дешевая, китайская, DEXP MS-300. Тут, наверное, плохо видно. Так, ну, она удлиняется на метр. Единственное, что мне не понравилось, это вот этот вот люфт. Я не знаю, почему он люфтит. В общем, вот это все такое ненадежное. Сюда, кстати, можно фотоаппарат тоже закрутить. Здесь такая вот резиновая подложка. Ну, небольшой фотоаппарат все это, конечно, выдержит, думаю. Остальное все сделано нормально. Не скажу, что отлично. Но для такой цены очень даже хорошо. iPhone пробовал вставлять. Надо вот дергать за эту резиновую штучку. Сделано вообще, конечно, неаккуратно, некрасиво. Она вот так вот двигается. Здесь тоже мягкая такая подложка. Ну и вот нормально держит. Для такой регулировки. В общем, чем покупать за 1000 рублей селфи-палку, это вполне подойдет. Здесь вот шнурок. И здесь еще одно отверстие с резьбой, чтобы, я думаю, удлинить еще дальше, вкрутив другую селфи-палку сюда. Правда, я так и не понял, почему эта селфи-палка называется монопод, потому что высота у нее получается всего метр. Если сюда закрепить фотоаппарат и вытянуть ее на всю длину, фотографу придется наклониться. А это неудобно. Поэтому это, скорее всего, селфи-палка.